Детская бижутерия C&A, мешок у нас весит 1,5 килограмма, категория сток. Вот такие вот вещи представлены в этом мешке. Что-то вроде, наверное, волшебной палочки. Это у нас повязка на голову. Так, вот всякого рода как это называют? Крабики или как-то так, наверное, называют. Так, заколки, да, ободки на голову. Так, это у нас значки. Опять же, повязка. Так, еще одна. Так, вещей здесь много, на самом деле. Для 1,5 килограмма очень много разных вещей помещается. Вот еще один ободок, например. Еще одни. Уже забыл, как называется. Плохая память. Так, вот. Целую россыпь, опять же, этих ободков. Здесь их на самом деле очень много. Тут за кадром еще большая часть пока остается. Так, таких вот промышленных масштабах резинки для волос. Так, заколки. Так, по-моему, еще одни значки. Да, еще одни значки. Тоже вот. Непонятно, конечно, это, по-моему, на шею вешать. Так, значки опять же. Опять, видимо, какая-то повязка на голову. Так, тоже заколки. Опять значки. Опять же, ободки. Браслетики. Так, это вроде наклейки у нас. Так, вот здесь вот у нас перепуталось немножко. Это похоже... А, нет, все-таки вместе идет. Получается браслет на руку и цепочка небольшая. Здесь также еще куча браслетов. Так, этого... Да, вот браслет и опять же... Еще одна цепочка... Так, часы. Ну, еще огромное количество всяких заколок и тому подобного. Так. Бусы. Опять же, ободки. Резинки опять. Так, что это у нас такое? Так, браслеты, опять же, повязка на голову, заколки. Так, здесь у нас, опять же, резинки. Тоже вот еще одни заколки. Так, целую россыпь всего, как я и говорил. В принципе, так, заколки, опять же, ободок, даже две штуки в одной упаковке. Так, еще одни заколки. Так, вроде как что-то вроде цепочки. Еще. Это не значки. Так, это у нас бусы с подвеской. Так, опять же наклейки. Наклейки, по-моему, на телефон здесь или на что? Ну да, по-моему, куда угодно можно крепить, но в основном для телефона предназначаются. Так. Вот в этой упаковке, не знаю, видно там на видео или нет, но здесь у нас кольца в количестве 3 штук представлены. Так. Что такое? Так, по-моему, да, еще значки. Опять же, заколки. Так, очень много вещей. Так, резинки для волос, ободки. Здесь вот диадема, правда, немножко не доехала, конечно, диадема. И вот последние вещи, которые идут в этом мешке. Тоже вот браслетики небольшие и вот такие вот заколки. На этом все.